Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников, описание к этим картинам по книге «Великий музей мира». Петер фон Хесс. «Аполлон и музы». 1826 год. Холст масла 245 на 449. Немецкий живописец Петер фон Хесс – один из значимых представителей школы Мюнхенской академии художеств. Наиболее известность среди ценителей и историков художник получил благодаря своим реалистическим работам батального жанра. Центральное место в его творческом наследии занимает полотна, посвященные наполеоновским войнам и освободительной войне в Греции. Данная картина дает возможность познакомиться с классическим образом академической живописи на мифологическую тему. На ней изображен бог Аполлон, покровитель муз. С ним традиционно представлены 9 муз. Аполлон держит классический атрибут, музыкальный инструмент – кефару. Образ Аполлона, покровителя искусств, один из самых распространенных в живописных программах Европейских академий художеств. Картина может служить примером такого направления официальной живописи, как творчество немецких римлян, художников, работающих в Риме в конце 18-19 веках. Фон Хесс учился в Риме и навсегда был покорен творчеством великого Рафаэля, которому стремился подражать. Влияние мастера проявляется в ярких, но тщательно сбалансированных, гармонизированных между собой цветах, в особо просчитанной компоновке фигур и важном значении драпировок, придающих живость всей картине. Работы Хесса отличает тщательная отделка и ясность композиции. Представленная картина написана по заказу короля Максимилиана I. Ну, вот такое описание к работе Питера фон Хесса «Аполлон и музы», 1826 год, описание по книге «Великий музей мира». Пока, пока, до свидания.